Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и это Сталкер Чистое Небо. А продолжаем, значит, мы с вами проходить. Сегодня у нас серия, мы пойдем, короче, с вами на депо. Вот, чувствую, будет жарко будет. А так же жарко, как у меня за окном. Вот, для начала, короче, у нас тут, по-моему, наступают на... А хотя не наступают, смотри. Я думал, они наступают на концлагерь. А они не наступают на концлагерь. Окей, ладно. Ладно. Их дело. Я еще раз, короче, здесь сейчас пройдусь. Вот. Тихо. Посмотрю, короче, может здесь еще есть, так сказать, артефакты. В комментах вы написали, что винтовку, которую я думал покупать, в смысле? А, смотри, все-таки идут, смотри, все-таки бегут. Стоянку, которую, винтовку, которую я хотел купить, думал купить. Вы сказали, что ее все равно найду, смысла ее покупать не надо. Вот. Так что думаю. Бляха. Ребята, еще не вечер. Давайте-ка соберемся и выпьем. Вот не дождались. Бляха. Вот. Да, вот не дождались, бляха. Ща я там всех разнесу. Ща там всех нахер разнесу. За камешек спрячусь здесь. Так, это. Ага. Падлы! Это вам! За Джо. И еще. Так. Радар свистнул. Где-то. Так, тропешник сейчас обычный. О, хорошо, бинты. А в смысле нет? Окей. Окей, так, бинты. Ой, эти не надо мне. Ага, аптечки я заберу. У меня аптечек нет. Так. Это, кстати, можно расчехлить. Зачем-то взял. Патрончики, консервы, водка, граната. Хороший комплект. Так, окей. Чё, получается, ждем своих. Блех, опять их ждать. Хрен знает, сколько они их ждать. Или сколько они придут. Поэтому у меня есть такая... Опа, погоди-ка. Вроде идут, да? Ну-ка. Есть. Мы закрепились на свалке. Кто не понял, повторяю. Путь на свалку открыт. Дайн за вход отменяется. Все, теперь последний рывок. Пора нагрянуть в самое ихнее логово. Показать бандюкам Кузькину. Смотри. Идут. Опять идут. Сколько можно-то? Так, сколько у вас человек? Один? Один? Слушай, а чё один? Чего? А один? Мы чё, будем вдвоем? Блях, вот эти вот, смотри, двигаются наготове. Так, ладно. Я иду, короче, пофиг. Я пошел, будь что будет, я пошел, короче, на депо. Иначе мы здесь с вами проведем хрен знает сколько времени. Окей. Так, а этого я расчехлял? Нет. Бляха, гранату... Я пойду, короче, по этой траектории, глядишь, короче, они мне встретятся на пути, я их перебью. Идем вот такими перебежечками. Хотя...
Вот они там топчутся что-то на месте, да? Хотя вот, в принципе, смысл с ними воевать. Опять я убью целую серию на то, что воевать вот с этими говнюками. Они, они вон там ходят, короче, туда-сюда, у костра. Ладно. Бляха, жалко, что он один там, сталкер. Тихо, ныкайся, пацаны. Где вы там заныкались? Готов? Ага, вон он. Готов. Подло попал! Готов. Так, что, все зачистил, да? Отлично. Хорошо, хоть светает, хоть на депо будем не в потемках, короче, нападать. Леха вон там еще ходит. Так, с какой стороны бы подойти? В принципе, нет разницы. С какой стороны подходить, поэтому давайте вот так. Так, на вышке. На вышке никого. Кого он там стреляет? Бляха, вот здесь где-то. Не вижу. Это там, что ли? Так, окей, отлично. Окей. Фонарики, я думаю, пофиг. Хотя фиг знает. Никого не вижу. Так, 12 челов. Нам нужно убить как минимум 12 челов. В смысле, закрыто, что ли? А, бляха. Где там? Слышал? Я слышал твой вдох. Готов. Так. А, уже семеро, смотри. А тем пофиг, они стоят, короче, спиной ко мне. Если я проберусь на территорию, я хоть буду в небольшом укрытии. Под шансончик, как я и говорил. Так, минус 2. А, и главное, смотри, не изменилось число противника. Тихо. Падла, где-то сверху. Хорошо. Опа, рядом, прям рядом, прям перед лицом у меня. Отлично. Трое. Как минимум трое. Так, те. Тем пофиг. Те глухие. Как минимум трое осталось. Я прям жаждю, когда мы сейчас это выполним, короче, и получим награду броньку. Если честно, я думаю, будет пожарче как-то. Так, я думаю, наверное, внутри двое. Я забегу сейчас. Аккуратно, тихо, аккуратно. По углам смотрим. Зачистить углы. Ой, они тоже кабанятину херачат.
Где хоть одна тварь? Они где-то болтают. Может, они здесь? Меня не забанят за эту... за эту музыку, за этот трек. Я нашел источник звука, мать его. А, не сломать, да? Ладно. Отлично. Так, он там что-то про гранату крикнул опять. Собака. Опять про гранату. Кто о чем, обшивая баня? Так. Куда ты там кидаешь-то, падла? Где ты? Мне б тебя найти. Ищу тебя. Ай-яй-яй. Зря, конечно, это сделал сейчас. А трое еще? В смысле? Опа. Опа. Подкрепление, что ли? Тихо. Они вошли. Опа! А наверху-то ты как-то оказался? Я ж тут всех зачистил, а? Нет? Там где-то подкрепление шло. Вон они. А, еще вон где. Так, мне надо подкрепление, короче, уничтожить. Чтобы они даже не зашли сюда. Бляха, опасно у меня будет... Зад открыт. Ну и где подкрепление? Стоят на месте, пад. Ладно, окей, пускай стоят. Как придут, так уйдут, короче. Отлично, бинты. А-ла-ла-ла-ла! Понятно. Сверху. И где ты? А. Большое тебе человеческое спасибо. Будешь где неподалеку, милости просим на нашу базу. Полным разгромом бандюков. Все, никаких больше откатов и пошлений за право прохода. С победой вас, ребята! Отлично, друзья, отлично! Мы захватили депо. Так. Че, мне надо своих ждать? Нет? Сталкеры. Наверное, как обычно, надо своих ждать. Так, ладно. Ну давай пока ждем, короче, мы с вами поисследуем депошку. Так, а принести предмет, погоди, принести, получить награду, это ага, получить награду, ага. Вот это, наверное, за депо. Надо будет вернуться и забрать, короче. Я надеюсь, это броня. Я надеюсь, я все правильно сделал. Мы получим броню. Так, это забери.
А это я забил. Так. По-моему, здесь где-то еще, да, труп? А, нет. Там еще выше. Так, давай, короче, здесь сейчас поверху пройдем, и а потом будем вниз осматривать. Слушай, бандосов уже достали. Давай с нами, а? Черепа, лагерь... ребят, быстрее на подмогу! Лагерь в ложбинке? Это где? Ты а, что, забыла где? Нас? А, мы это свобода. Это свобода, ёптебать. Ладно, ребят, мне пока не до вас. Мне пока не до вас. Я тут делом занят. Чиряем, ребят, быстрее на подмогу! Так, уйди. Это... Ты что, забыла нас? Мы тут погибаем! Здесь ни черта нет. Провально, короче. Лагерь в ложбинке провален. Да и хрен с ним. У меня тут свои дела, свои счеты. Эти чуваки тут что-то стоят. Ждут, наверное, подходящего момента. Выжидают. Либо наступать будут ночью. Как вариант. Либо просто баг. Либо они там забаговались. Так, окей. Погнали, короче, по низу. Я думаю, здесь побольше вкусностей всяких снизу будет. Мне почему-то показывает еще один чел здесь. ХЗ. Ложка. Какой-то бункер. О-о-о! Так, ночная звезда. Светящий артефакт способный генерировать локальное поле, частично компенсирующее действие гравитации. Пример, будучи помещенным невдалеке от рюкзака, способен облегчить массу последнего. Широко применяется сталкером наряду со схожим подействием артефактора. Бандиты опять наводнили свалку. Хрен их знает, откуда они взялись. Только теперь их там как собак нерезанных. Соблюдать осторожность. Повторяю, всем соблюдать осторожность. А ну давай, давай! Тихо-тихо-тихо. Вот это да. А где оружие-то мое? Оба, ливер вылез. Твою мать, а где оружие-то? Ёпти мать, мое. Как так-то? Нечестно, бляха! Твою мать! Ну а что делать-то? Надо бежать, короче. О, оружие появилось! Бляха, сколько их! Откуда вы здесь взялись? Ёпти мать! Уйди нахер! Бляха, граната! Ёпти две! Что? Что за дичь, бляха? Откуда они здесь взялись? А, это те? Какие хитрые, бляха! Это те, которые ждали. Какие, мать его, хитрые-то, бляха! Дождались, значит, пока я отвлекся на артефакт. Да ёпти, мать! Ищи. Вот это выручил. При случае забеги к нам на базу. Отблагодарим, как полагается. О, еще что ли? Неплохо. В смысле? Ну-ка, ливер, вылези. Бляха! Да где ты, ёпти мать, я тебя не знаю, не вижу. Падла.
Хера у него ствол. Так, мне бинты теперь нужны. Я заберу. Батоном, кстати, можно подлечиться. Вот этим всем. И батоном, и вот этим всем. Где хоть один бинт-то? Мне, в принципе, сейчас пока не надо, но потом нужно будет. Так, а это что? А, это я. У меня столько артефактов, которые надо, можно продать. Я, кстати, это... Счета внутри не все смотрел. А вот эти ко мне идут или нет? Или они там просто стоят? Стоят где-то. Ладно, погнали. Хера так просто, да? Вот я в шоке. Барыга. А это вот сейчас только что, наверное, барыгу убил. И почему туда нельзя залезть, а? Там по-любому какой-то лут у него есть. Чё? Центральный распределитель. Так, ладно, давай по этой стороне сейчас пройдемся. Что, наверху есть что? А, здесь спальные места. И так, ладно, здесь ничего нет. А я бы, смотри, сюда с этой стороны не попал. Здесь он, эти ворота закрыты. Чё все пусто-то? Не стой под стрелой. Это открывается? Нет, ничего не открывается. Движки всякие. Здесь смотри, снизу. Рояль. Неплохо. Или это пианино? Кальян. Хера себе, бильярд, нифига! Мажорики, ёпти мать! Так, вагоны, походу, закрыты, хотя можно с той стороны, с другой стороны посмотреть. Так, здесь у нас ничего, здесь у нас пусто. Я с другой стороны вот эти вагоны осмотрю. Да, точно. Хера. Хера у них здесь. А здесь, наверное, главный. Ух ты! Сколько консервов-то, а почему нельзя взять-то? Здесь, наверное, главный был. Телек. Интересно, телеки-то у них работают, нет? Так, вот здесь я еще не заходил. Хорошечно. Так, и что, я жду своих, нет? Или не надо? Или они не придут? Свои-то. Или мне все отправляться, короче, за этой, за наградой? Что такое? Техсервис. Техсервис. Так, ну ладно, окей. Пойдем тогда за наградой, чё? Я думаю, да. А, ну это вот те. Показываем. Окей, хорошо. Почему он, походу, один? Хотя навряд ли. На радаре показан один. Так, я просто проверю. Да, все. Он просто был один.
Его оставили на шухере, короче. Все. Двигаемся, короче, за наградой. Также пойдем. Это что? Баррикады? Что за баррикады? Странно. Так, ладно. А, пойдем также, наверное. Так, мне надо выбрать. Принести предмет, нет. Нет. Так, а принести предмет на болото. Вот это. Баррикады. Они ко мне куда-то бегут. Сдохнет. Так, хорошо. С обоим-то. Троих положил. Бляха. Готов. Отлично. А, ну конечно, положил бронебойными стреляю. Баррикады это, наверное, скорее всего, где вот эти? Вот это. Хотя, фиг знает. Так, ладно, для дробовика я не буду брать ничего. Бинты, если будут, то бинты, да. Бинты я буду брать. Так. Ну, сейчас мне надо, короче, за этой. За наградой. Потому что я думаю, что это броня. И по вашим комментариям... Яха. И по вашим комментариям вы писали, что броньку должны дать. Поэтому погнали. Так, есть у меня там? Хорошо. Ну и как раз можно, короче, попродавать будет эти артефакты, которые мне не нужны. Хотя бы денежку поиметь. Слушай, здорово, тебя. Народ. Здорово. Так, у вас тут что-нибудь появилось? Что расскажешь? Нет, ничего не появилось. Привет, брат. Здорово. Так, куда меня можешь? На ТП, на ТП, на ТП. АТП, 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 а где АТП? АТП 800 руб... В смысле? Как так-то? Ладно, потом. Так, АТП, АТП 800 рублей, хорошо. Да, у них скидочки, видать, короче, для своих. Вот. Поэтому подешевле. Неплохо, нормально. В прошлый раз я сколько? 1000 заплатил, да? Тут на 200 рублей дешевле. Нормально. 200 рублей на водочку. Потому что патронов на 200 рублей не купишь. Слишком дорого. Бинты тоже, наверное, скорее всего, нет. А вот. Не понял, это где? А в смысле, а почему я здесь? Я же написал АТП. Леха. Так, ладно, получить награду. АТП, АТП, АТП. Ладно, хрен с ними. Добегу. Что-то странно, я вроде АТП нажал, нет? Или я промахнулся? Так, ладно, оружие можно убрать. Здесь, в принципе, поспокойней. Так, вот здесь какие-то, по-моему, ништяки должны быть. Отлично, колбаса. Так. Отсюда заберем дробь. Ну, не дробь, а для дробаша. Для чейзера нашего. Пульки. Леха, выдохся. Погодка портится. Дождина, наверное, начнется. Так. Здорово, народ. Вы хотя бы, не знаю, там, в эту подвогу мне в депо кого-нибудь, короче, прислали бы, чтобы захватить-то.
а то один-то я там не удержу. Что могу так, предложить? А, что для меня есть? Комбинезон Сева. Отлично! Детектор Велес, пузырь еще и 11700, нифига себе. Приятно иметь дело с честным сталкером. Нукость, производимый в одном из киевских оборонных НИИ, представляет отличную альтернативу комбинезонам сталкер, изготовленных в кустарных условиях. Встроенный бронежилет способен остановить только пистолетную пулю. Однако система защитных от аномалий воздействий по праву считается непревзойденной. Из возможной самостоятельной модернизации двух встроенных контейнеров для артефактов многие опытные сталкеры отдают предпочтение именно этой модели. Зашибись! Так, погоди, артефакты я уберу. Отлично, вот теперь моя душенька довольна. Выбирай, так. Сталкер, что тебе нужно. Так, погоди. Встроенные, ага. Вес, так, опа, вот это что? Радиация минус 6. Ништяк. Радиация минус 6. Блеха, вот это плюс 20 кровотечения тоже ставим. Так, вот это я продам. Вот эти два я продам. Это что, максимальный вес 20, максимальный вес 10. Вот это я продам, а вот это я оставлю на всякий пожарный. Все отлично. Есть что-то на продажу? Все отлично, так. Если не нашел, чего искал, извиняй. У него еще и бесконечный, короче, запас. Так, короче, вот это продаем. Раз, два. Так, ожог. Продаем, три. 20 килограмм оставляем. Вот это продаем. Это радиация минус 2 тоже продаем. Так, и вылез один продаем. Нафиг он нам нужен, да? Так, вот этот еще продаем. Пистолет я в прошлой серии его не продал. Хотел, но не продал. Так, окей, все отлично. Все хорошо. Торговать. Сейчас можно, в принципе, две. А, нет, у меня, по-моему, есть в этом, да? Поэтому я не буду. Так. Бляха, не знаю. Вы говорите, найду? Ладно, не буду пока. В принципе, все. Деньги я пока тратить. А, ну. Выбирай, сталкер, что тебе нужно. Патроны-то есть? Патроны есть. 1250. Опа! 35 косарей. 35,5 косарей. Хорошо. Хорошо просто. Да, все забираем. Да, все патроны забираем. Все отлично. Сейчас еще, короче, и прокачаем, вообще будет ништяк. Что-то починить требуется. Да, 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 да. Так, улучшить не надо, мне вот это улучшить надо в любом случае. Так, пистолет мне. Решил улучшить что? Надо. Или поломку исправить? А, ее не модернизировать, что ли? Чем тебе помочь? Окей, ладно. Это починим сейчас все. А, комбинезон еще продам. Есть что-то на продажу? Да, я же забыл комбинезон. Все отлично. Теперь свою нычку. Так, бинты, окей. Так, это тут минус. Так, это я тоже заберу. Так, вот так. Гранаты оставляю, это все и так, так, все отлично. Все отлично, все ништяк, окей. Ладно, друзья, у меня видос, короче, подошел к концу. В следующей серии мы, значится, в следующей серии мы с вами в следующей серии, значится, мы с вами отправимся... Так, ну депо мы посмотрели, очистили, да? Ну, отправимся, короче, по сюжетке получить у диггеров информацию о клыке. Да? Вот. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем, делимся с друзьями. С вами был Валерий. Всем пока.